заместитель командира 2-го парашют-десантного взвода 3-й парашют-десантной роты гвардии сержант Совостеев Владимир Вячеславович. Старший стрелок-сапер 2-го отделения 2-го взвода 3-й парашют-десантной роты гвардии фрейтор Мельчаков Иван Васильевич. Ефрейтор Романцев Иван Игоревич. Младший сержант Почтоев, номер расчета 3-й парашютно-десантной роты. Гвардии фрейтор Архипов Сергей Александрович. Сержант Смирнов Сергей Алексеевич. Гвардии Митрофанов Артем Васильевич. Гвардии рядовой Горяш Андрей Валерьевич. Гвардии сержант генералов Алексей Николаевич. Было видео записано, в каком месте точно мы не знаем. По крайней мере, нам не говорили, что, где это было. Но видео было записано без давления на нас. То есть, когда мы все рассказали, все обсудили, что именно происходит и как все было, то и сняли видео по своему уже желанию. Второе видео было записано в СБУ. Я не помню город, как СБУ Харькова, тоже без всякого давления, после того, как нас уже покормили, опросили, и все, нас вывели на улицу и попросили просто, чтобы родители видели, представиться и показать, что мы живы, здоровы. Вот как это все происходило. Один из вас на видео был в штатском, по-моему, вы, да? Да. А можно с микрофона? Скажите, пожалуйста, а почему вы были в штатском один из всех? Ваша мама, с которой я разговаривал в Костроме, об этом как раз спрашивала, она не поняла это. Ну, то есть она предположила, что вы пострадали из-за этого и перед этим? Нет, все было нормально, просто камуфляж очень сильно оборвался после того, как произошел взрыв. Он был? Да, и вот остался вот в таком же состоянии, и люди, которые, чтобы ночью было как-то согреться, люди вот помогли, дали свитер. А когда вы поняли, кто вас задержал? Когда мы попали в плен, нам объяснили, что мы находимся на украинской территории, и то, что мы в плену, то, что все из-за этого, ну, из-за этого все исследовало, то, что мы не знали, мы хотели, что оказывается мы на украинской территории, но это, об этом никто не знал из нас. Мы не понимаем, как это вообще произошло. И разные предположения есть, в том числе, что был бой. Как это происходило? Вы можете рассказать, если хотите? Здесь все практически с моего взвода. Наша задача была выдвинуться в колонии, в тыловом охранении. То есть мы должны были прикрывать тыл колонны, сопроводить колонну на учения. Была такая задача. Вас к вам обращаются, к вам относятся, к вам обращаются как к пленным, как к арестованным? Нет. Можно будет? Нет, к нам очень хорошо обращаются. Здесь хорошо кормят. Юридический статус вам объявили? Нет. Нет. Вы не знаете до сих пор, нет, в качестве кого вы здесь находитесь? Нет, нас допрашивают как свидетелей. В принципе, вот даже материал допросов, который вот допрашивали здесь нас в Киеве непосредственно, там нас, меня допрашивали, вот мой следователь, хочу допросить вас как, в первую очередь, как свидетеля. Я был допрошен как свидетель. И все материалы, да. Все допрошены как свидетели. Проводились как со свидетелями. Если не секрет, кого-нибудь из вас спрашивали о событиях в Крыму на допросах? Нас непосредственно спрашивали, были ли мы в Крыму. То есть, как нас можно спросить о последствиях, если, например, мы там не были. И нас просто спрашивали, были ли там, что они услышали, ответ – нет, нас там не было. Угу. Поэтому как мы можем рассказать что-то о Крыму? Егор, а я знаю, что у вас есть медали за возвращение Крыма? Нет. Я разговаривала с вашей матерью, она сказала, что вам такую медаль давали. Но нет, при этом вы находились в Тамбове. Ну, то есть, получается, какая-то ситуация. Это давали не за Крым, это давали за
проведение тех же задач БТУ и РТУ, проводящихся в течение 3 месяцев в Тамбовской области. То есть у нас был выезд, у нас были задачи, поставленные батальонные тактические учения, ротные тактические учения. Там давали за эти медали. То есть не закрыто? Да. Можно добавить по поводу вот этих медалей тоже. У нас, я сам участвовал, участник парада на Красной площади в городе Москве. Соответственно, часть подразделения была, находилась, соответственно, в Тамбове на учениях. Вторая часть находилась, соответственно, на параде. И, соответственно, там тоже при мне такие же медали давали. Что здесь общего? Понятно. Скажите, что сейчас пообещали вашим родственникам? Вы уже понимаете или нет? Какой формат общения с ними и вообще что получается? Кто из вас может сказать? Как нам сказали, что наши родители нас будут передавать нашим родителям. Вот, больше, что родители будут приезжать сюда и забирать нас. Добавлю тоже, вот сейчас общался с следователем. Но это будет сделать после того, только как российская сторона даст свое согласие. То бишь украинская власть, они готовы, в принципе, это, но как это будет сделано, как, ну вот, жест доброй воли по отношению вот именно к родителям, чтобы мы и так, в принципе, все здесь, кто находящийся, кто попал в эту вот заварушку, мы, в принципе, поняли, что на самом деле. Чтобы не думали то, что вот Украина, вот, как вот, грубо говоря, вот тоже захвачена украинская летчица. Вот ее сейчас будут судить. Здесь же нас никто судить не будет. Хотя, в принципе, мы тоже. Когда вас учили еще в Костроме или где-то, неважно где, вам, наверное, объясняли политическую ситуацию. Вам как объясняли о событиях в Украине, если это не военная тайна, конечно? Объясняли то, что мы видели в новостях. А про новости, что показывают Россию, я должен знать, что там именно показывают. Знаем. Вы не подвергали эту информацию никакому сомнению? Ну, не было, в принципе, не было, как сказать вам, не было возможности это подвергать, потому что мы не знали, что творится здесь. Поэтому верили тому, что показывали в новостях. А вы понимали, что вы едете на Украину? Нет. Мы ехали на батальонные тактические учения в Ростовскую область. Нам сказали, что мы едем на батальонные тактические учения, потому что и все думали, что это будут реальные учения, потому что с периодичностью несколько дней, да, другие военнослужащие уехали на такие же учения, только в Чебаркуль. У нас постоянно проводились какие-то учения. Мы несколько дней перед уездом приехали только с учения, с полевого выхода. И у нас должны были по плану следующие учения быть. Они идут один за другим. Нам сказали, что будут проводиться учения только в Ростове. Так, тем не менее, четверо контрактников, они же вышли из строя, когда им сказали, что они должны будут поехать в Ростов. Это контрактники были только пришедшие, они, можно сказать, не служили неделю. Да, пришедшие, которые проходили, как бы сказать, испытательный срок. Ну, поймите сами, что чтобы вы наполовину гражданский человек ехать куда-то на 3 месяца, не каждый захочет. Извините, тому пример, это вот мы уезжали в Тамбов, нас также подорвали по тревоге, мы уехали мы на 3 месяца. Также мы летали в Псков на учения, на такие же батальоны тактические учения. То есть, в принципе, ничего такого нового не происходило. То есть, все те же самые построения, все те же самые подготовки, переезды и так далее. Там с какой-то материальной базой, там топоры, там пилы, да, обычной жизнедеятельностью, печки. Ничего не готовилось, ни к войне, ни к чему. Простите, а среди вашей группы, которая здесь оказалась, были погибшие в тот? Этого мы ответить вам не можем. У нас есть один раненый. Он сейчас находится в... Обгорел. Ну, обгорел в танке. Он сейчас находится в лучшей хирургии Украины. Нам сказали, что он сейчас уже находится в Российской Федерации. Также на лечении. Да, на лечении находится. Что с ним все хорошо. Вы здесь пока были или по дороге в этот изолятор, вы встречали каких-то других задержанных российских военных? Нет. С вами связывалось ваше командование? Нет. И вы не связывались?
Нет. То есть официальные каналы не работают. Кто-нибудь из вас, я попробую сформулировать вопрос тщательно, опасается каких-то претензий со стороны руководства Российской Федерации или командования из-за того, что вы оказались в плену? Как? Это иногда преподается по некоторым российским телеканалам. Поживем, увидим, видно будет. Ну, когда вы вернетесь домой, вы вернетесь в часть? Или... Нет. Почему нет? Вы так сказали, как будто это невозможно. Нет, надо будет зайти за военными билетами, за телефонами, за сим-картами, за вещами, но... Ну, по крайней мере, после этого всего, что произошло, мало сейчас кто хочет уже дальше служить. А потому почему? Можете сказать? Ну, потому что, как сказать... Учение не учение, но попав в такие передряги, вот мне лично больше неохота оказывать давление на своих родителей вот этим всем, что получается здесь. Я уезжаю на учение, на каждое учение, неважно, в Песочный, это в Ярославской области, 30 километров от Костромы, от полка или куда. У родителей всегда на нервах, что происходит, где я и как чего. Но, по крайней мере, там я на связи, а тут уехав, потеряв связь, я представляю, что сейчас творится с родителями там, в России. После того, как вы позвонили, стало полегче немножко? Полегче, конечно, все равно стало, да, но не знаю. Все равно родители на нервах из-за этого. И продолжать нервничать родителям я просто не хочу. Давать то дело только в родителях? Да, дело только в родителях, да и самому же, как-то не хочется попасть еще раз в такую передрягу и по вине еще. Кого не знаем, а это не хотелось бы. Простите меня, вопрос. Вы не чувствуете себя чем-то виноватым перед кем-то в России? И еще, наверное, один вопрос. Вы знаете ли, может быть, из новостей, что 331-й полк, по информации украинских СМИ, вступил в бой столкновения в Украине с другим подразделением вооруженных сил Украины, и с обоих сторон есть погибшие. Нет, это первый раз, извините. Это у вас только новость. Да, и там новость, я лично, как понимаете, этого не видел, я вам сейчас рассказываю то, что прочитал, что подорвались двое офицеров украинской армии, и раненые не желали сдаваться, и они подорвались, и взрывом убило какое-то количество... 12. Ну, 12 там было. Мы не знаем, сколько, но какое-то количество погибло ваших товарищей. Вы об этом ничего не знаете. Где сейчас находится 331-й полк? Я вам не могу сказать этого. Новости сообщают о том, что бой произошел под Иловайском. То есть в ППД он не вернулся. Так, сообщают новости. Я все, что вам сейчас рассказал, это то, что я прочитал. Мы сами могли грузом 300 уйти. Чудом мы уцелели, когда взрывной волной нас вытолкнуло всех из танка. Угу. Потом начался обстрел. А вы понимаете, кто стрелял, с какой стороны? Нет. Была информация о том, что было. Из России также... В тот момент просто думаешь, как просто спрятаться и не попасть под этот обстрел, а не думаешь, откуда стреляют. А было какое-то предупреждение, я не знаю, как-то сигнальная ракета, что-то? Нет. Мы просто остановились наладить связь с командиром батальона, чтобы узнать дальнейшее движение. Командиры сами не знали, куда ехать, мы заблудились там. На перекрестке туда-сюда ездили, смотрели по дороге, чтобы колеса гусеницы там же, если проходило, то не видели ничего, куда ехать. Потерялись, можно сказать. А в какой момент произошло? Это уже было перед тем, как начался бой? Нет. Когда вы потерялись? Мы доехали до перекрестка. Когда вообще с чего началось, колонна остановилась. Командир роты приказал вернуться за отставшей машиной. Я командир боевой машины. Мне и командиру взвода было приказано вернуться за оставшей машиной. Я выполнил его приказ, с командиром взвода развернули две боевых машины,
вернулись к ЖД переезду, где нам нужно было забрать машину, такую же БМД с личным составом. Мы забрали, вернулись на указанную точку, где стояла колонна. Колонны уже не было, колонна ушла. Проехав где-то, может, метров 500, мы доехали до, ну, поднялись на горку. Командир постоянно выходил на связь, но связи ни с кем не было. Пытались как-то зрительно найти колонну, но тоже это не удалось, потому что и ветер, и кругом горели поля, и, ну, увидеть нельзя было. Мы повернули сначала налево, проехав некоторое время, развернулись. Командир все это время сидел на связи, он постоянно выходил на связь, но на связи никто не отвечал. Мы развернулись в обратном направлении, поехали опять к этому перекрестку. Повернули направо, то есть в обратном пути, откуда мы приехали. Может, думали, что просто колонна сама развернулась и куда-то уехала. Но то же самое, колонны не было. Тогда командир приказал развернуть машины и, доехав до перекрестка, мы повернули направо. Проехав где-то метров 200-300, командир пытался, вот все это время он пытался выйти на связь. Три машины встало, он начал выходить на связь, потому что думал, что может из-за гула машины или что-то, ему не слышно просто. И в этот момент был первый взрыв, но снаряд просто взорвался рядом, он никого не зацепил, он просто взорвался рядом. Мы все поспрыгивали с машин и заняли круговую оборону. Половина личного состава, так же как и я, мы заняли у боевых машин. И сразу же за ним прозвучал второй взрыв. Взрыв попал прямо в танк. Куда точно, я не могу сказать, не определил. И всех от этой боевой машины раскидало, я не знаю, на какое расстояние. Я просто где-то пролежав, меня отбросило от танка, пролежав где-то, может, минут, я не знаю, не засекал, но так вот мне минут 10 точно очнувшись, я просто пополз. Куда полз? Вот первое. Это подальше от боевой машины, потому что у боевой машины начал срабатывать боекомплект. Прополз около, может, метров 100-150, может, 200, я толком не могу это сразу. Мы поняли, что, ну, я увидел, что рядом со мной еще пару человек. Вот мы начали вместе и начали выбираться. По нам сразу начал работать пулемет, потому что мы ползли по полю с подсолнухами. И начинали поднимать голову, сразу же было видно, что очереди шли, и подсолнухи падали, верхушки подсолнух. Потом в это время работала артиллерия постоянно. И с какой стороны она била, поймите, в тот момент не смотришь, с какой стороны в тебя летят снаряды. Ты просто понимаешь, что тебе надо выжить, и ты просто ползешь. Когда мы добрались, там было поле, оно было наполовину скошено, и был перелесок поля такого. Ну, мы начали перебегать через этот перелесок и увидели, что по краю дороги бегут тоже наши военнослужащие. Мы начали двигаться все к этому перекрестку. Прибежав туда, мы увидели, что там были окопы. Там были окопы, там сделаны наподобие что-то блиндажа. Вот. Мне сразу сказали, что механик-водитель боевой машины, которая взорвалась, он жив, и наводчик. Вот. Наводчик вот здесь сидит. Вот. Что они живы, но механик-водитель очень сильно обгорел. Подбежав к нему, я увидел, что наводчик успел ему оказать первую медицинскую помощь.
мы ну, я осмотрел его, и ну, состояние было у всех очень... У него было очень ну, шоковое состояние, лицо было обожжено, руки... Там страшно было смотреть. Все были напуганы, все были просто потерянные, что делать, куда дальше, какие действия и что происходит, никто не мог понять. У нас должны были учения, и такого ни на одних учениях не было. Я посмотрел, что офицеров нету, и принял командование на себя. Приказал уйти в глубину метров на 200 и занять круговую оборону и оказать помощь раненому до конца. А сам с сержантом-генералом мы остались на перекрестке подождать основной личный состав, который остался там. Может, кто живой есть, чтобы вернуться и забрать. Мимо нас проехало две боевых машины в ту сторону, в сторону горящего танка. Они подавали сигнал сбора и несколько раз останавливались. То есть мы поняли, что они забирали тех, кто... оставался там. То есть, если там люди оставались живы, они понимали это и возвращались к машине. После этого мы, ну, боевые машины, еще немного времени покружив там, они вернулись на этот перекресток и, проехав мимо нас, может, они не заметили нас. Но один механик-водитель видел нас и просто в определенный момент, когда он проезжал чуть дальше, мы ему показали, махнули рукой, что надо проехать дальше, что забрать, что в глубине леса сидят личный состав. Вот. Может, он как-то недопонял меня, но тоже, скорее всего, тоже был напуган, потому что у нас никто не участвовал ни в каких боевых действиях, и что это для нас. Мы начали двигаться. Вот, я вернулся, мы вернулись к личному составу и приняли решение, так как ну, механику очень становилось плохо. Вот, он начал стонать и не понимал, он просил воды. Ну а поймите, грязь, пыль, все это, земля, это все, надо было просто спасать его. Все. Мы начали выбираться оттуда. Пройдя, начали просто... стали идти как боевым дозором, как нас учили. Потому что кто-то из нас, может, понимал, что что-то происходит не то, что это не по закону учений, и не на одних учений такое нет. Дойдя до моста, мы увидели несколько военнослужащих, людей в военной форме, с оружием. Они, увидев нашего раненого, они сразу же... подошли к нам и предложили оказать помощь раненому. Мы согласились, потому что он уже начал терять сознание, и ну, шок начал отходить, а боль у него была, скорее всего, непереносима. Спросили, кто старший, я сказал, я. Меня проводили в их штаб. Ну, там, наподобие то ли сарая, то ли что-то, фермы, что-то такое. Там были военнослужащие, уже ну, с нашивками, со всеми. Это, ну, нашивки не наши. Вот. И там мне объяснили, что мы находимся на украинской территории и находимся в плену. Все. И дальше. Вас силы задерживали или нет? Нет, мы сами сдались. А как вы считаете, то, что там произошло, то, что командование не уходило на связь, это как, чем вы это объясняете, кроме страха? Ну, потому что выглядит это как такое предательство, как будто вас бросили. Может быть, просто на связи нет. Может, что-нибудь с радиорелейной станцией было. Нас силой не захватывали. Много что может быть. Нам просто никто ничего не объяснял, что должно было происходить. Нам никто ничего не говорил, что мы идем на войну или мы идем там что-то. Нам сказали, мы на учениях. А поймите, на учениях
мы стреляем в картонные мишени, а не в людей. Это разные вещи. И этот момент ничем от других не отличался. И то, что вышли люди и помогли раненому, ну, я думаю, что любой так бы помог раненому, когда увидел. Мам, пап, вы не переживайте, у меня все нормально, и все будет хорошо. Просто все будет нормально, мам. Хочу передать своим родителям, маме, папе, своей девушке, Катеньке. Я тебя очень люблю. Вот, скоро приеду, не переживай. Что скажет, допустим, ну, за все это в ответе кто будет? А мы не знаем. Никто не знает. Они написали обращение к президенту, к Министерству обороны. Там есть ждут какого-то ответа, но просто ответа. Они получили очень много разных ответов, но мне кажется, что не надо вам сейчас все эти ответы. Они очень разные, от очень разных людей. Просто даже и послушать вам надо вернуться. Когда вернетесь, сами прочитаете все, что в эти дни, кто про вас говорил и что обещал родителям. Я думаю, что это будет лучше, чем если мы будем пересказывать. Вопрос, чтобы осомнили вас. Их там не запугивают. Ну, вот конкретно тех, кого мы видели в Костроме, просто такие мамы, что их там, пугать, по-моему, невозможно ничем. Они сами кого-то пугают. Ну, там единственное, что я понимаю, что их немного дезинформируют, и очень много родственников всех с однополчан 331-го ходят сейчас в части и проверяют по спискам, где их близкие, потому что у них нет с ними связи до сих пор. И не будет. Почему не будет связи? Потому что мобильные телефоны нас собрали на второй день поездки в эшелоне. Угу. По пути исследования поезда у нас собрали мобильные телефоны, и с тех пор связь просто обрублена. Ну вот они переживают очень, им говорят, что часть в Ростове. Подробности они пока не знают. Но опять же, это сообщают им люди, которые не имеют какого-то отношения. Это люди сообщают в части, но там есть разные люди. Там кто-то заходит в части, им там говорят, а кто-то говорит, что уполномоченный представитель части, но сам не сотрудник части, а казак, он выступает перед родителями и тоже там какие-то делает заявления. Ну, много всякой информации. Но официально ничего нет. А что про нас? То, что... Плохого ничего про вас не говорят. Что, как взялись здесь, как появились, что говорят? Говорят, что вы заблудились на учении. Официально Министерство обороны говорит, что вы заблудились на учении. Случайно перешли границу. Было 20 километров. Да. В Киеве хорошие города, красивые, все гуляют мирно, спокойно. Ну, да. А когда мы успели посмотреть эти города? Вот вопрос. А мы ехали. Мы с Харькова ехали. Харьков приезжали. Мы же уже первого наше прибытие это СБУ Харьков. Да. Многие стали удивляться, как вы успели посмотреть города. Вот что то видео, которое вы говорили, где мы уходим по одному, это вот есть СБУ Харьков. А после этого видео нас буквально, наверное, может через часа 3-4 нас отправили сюда. Никакого Майдана нет, ничего нет. Все спокойно живется. Не Майдана чистили. А вам вообще готовили воевать в Украине? Это именно Киев? Нет. Ну а если просто вот вы говорите, вот Харьков, Киев, спокойный город, то есть я так понимаю, что из новостей вы себе думали, что тут несколько другая картина. Просто я сейчас не про политинформацию. Нет, это в Костроме показывали, ну, что в костромских новостях. Угу. Ну тогда я, собственно, об этом. То есть вы думали, что тут разруха? Да, тут спокойно. Люди спокойно. Знаете, если уж так мы сговорились, один вопрос, как угодно можете отвечать. А вы кого-нибудь из ополченцев Донбасса видели? Нет. Ну то есть. Ни сластики, ничего. Мы на границе видели много. Может быть, вдруг вы не видели? Нет, мы не видели.
А вы как-то себе сами объясняете, почему именно вас отправили туда? Ну, людей, которые не имеют такого опыта для того, чтобы участвовать. Мы этого не можем понять. Почему, если нужна война, почему отправляют пушечное мясо? По-другому нас не назвали. Ну да, то есть вам же и не объяснили, собственно, зачем это идти, как себя вести. А если бы начали объяснять и говорить, что мы едем якобы там на войну и так далее, я на 90% уверен, что большая часть полка вышла бы из строя, даже считая, если бы сказали, что будет увольнение, всем было бы просто без разницы, сказали бы увольняйте, но я пойду домой. Большая часть бы вообще никуда не поехала. Все женаты, все с детьми. В том-то и дело.